Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я работаю в колхозе «Ленинская искра», который образовался в 1973 году. Колхоз занимается молочным скотоводством и полеводством. В данный момент в хозяйстве 4800 гектаров. Из них 3100 гектаров зерновые, ну, зерновые, зернобобовые культуры выращиваем. А остальное на пастбище, сенокос. Сушилка в основном используемая для семян и масличных культур. Это рапс и лен. В Агротехмаш у нас обратился сам руководитель, ну, председатель колхоза, чтобы найти более лучшую сушилку для сушки семян и масличных культур. Это рапс и лен. Но зерносушилка собирается очень быстро, так как она приходит уже наполовину собранная, модульная сушилка она. Конвейерная сушилка, она очень хорошая. Она бережно сушит семена и, получается, не прожигает зерна. Очень бережная сушка идет. За один проход он высушивает от 4 до 6% влажности. И очень хорошо, когда семенной материал заготавливаем, пораньше можно выходить в поле и уже влажностью 16-17, немножко только просушив, качественные семена приготавливают для себя. Но еще мы, получается, занимаемся пивоварным ячменем. Его, пивоварный ячмень, надо очень бережно сушить. Раньше у нас сушилка, получается, шахтная была. Там невозможно было именно температуру нормально выставить. И бывало, что пересушивали. И уже она по качеству не подходила для пивоварного солода. Мы все зерно сдаем на букет Чуваши, весь ячмень, весь свой товар. И для этого нам нужна качественный материал, качественная сушка, бережно очень. Для этой сушилки не нужен специально обученный газооператор. Сам оператор сортировки может легко запустить эту сушилку. Данная сушилка работает в ручном режиме и автоматическом. В автоматическом режиме очень удобно, все сам выставляет, а в ручном режиме приходится обороты вентиляторов самому смотреть и регулировать. Можно усилить, но все равно она работает также в автоматическом режиме. При перегреве газа она контролирует все сама. От влажности зерна при приобретении сушилки Universal есть программа субсидирования 40% через Минсельхоз. И после покупки нам возвратили 40% от стоимости сушилки. Зерно сушилка показало себя самых хороших сторон. Она очень хорошая, очень хорошо обслуживается. Простая при эксплуатации. Линейка выборов зерносушилки у них очень большой. Разные по производительности. Зерносушилки есть разные по модификациям и по цене. И каждый может его приобрести. И для каждого фермера, и большого агрохолдинга. Компания Агротехмаш очень
хорошо обслуживает свои сушилки. При малейших вопросах Агротехмаш сразу отправляет своего инженера к нам для объяснений всех ситуаций.